Всем привет! Вы на канале Тика и Ика. Мы поздравляем вас с великим праздником Победы. Так как у нас запрещены все массовые мероприятия в Казахстане, мы пришли в ботанический сад Алматы показать вам, как он расцвел после реконструкции. Головастики! Головастики? Целая мокрая. Вот такой тут прудик у нас. С головастиками. С головастиками. Сейчас мы куда-нибудь в тенёк уйдём. Танцующие фонтаны. Такие вот. На меня попало. Вот у нас на 9 мая такой вот теплый солнечный день. Очень жарко. Больше 30 градусов, наверное. Детки плюхаются, кто-то в купальниках. Это называется Париж. Вот это да! Такая вот красота в ботаническом саду. Что-то тут вот цветет такое. Мы не знаем, что это. Вот цветочки красненькие. Сирень. Как будто с голубизной. Нет, сиреневая. Ну, с голубизной. О, какая красота! Ой, что это такое? Вот такая прелесть. Лебеди плавают. Ничего себе! Да, ой, какая рыба! Какая красота вообще! Вау! Где лебедь? I see trees of green. Red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Какая прелесть! Два лебедя. Притащи трубочек. Я хочу на них посмотреть, мам. Мама. На кого? На лебедя. Смотри, кто не дает тебе. Вот золотая рыбка. Да. Вау, какая красивая рыбка. Ох, какая рыбка. Как красиво плывут, ну я не знаю, как в сказке. А это сакура цветет.
Скворечник такой на дереве. А вот для белочек кормушка. Может есть? Есть, скорее всего, тут, конечно, есть белочки. Пошли, пошли. Папа придумал какие-то толкушки, где надо сталкивать. Красота. Лепота. Даша, я вижу фазана. Фазана. А это вот у нас вход с Атакента, с выставки, где мы часто снимаем, гуляем. Вот оттуда можно войти в ботанический сад. Такой вход. Тут такие типа шезлонги, лежаки. Ожидают, сидят, кого-то отдыхают. Какая тут сирень белая, белоснежная, как невеста. А такой запах от нее, от сирени, вообще обалденно. И дождик у нас маленький такой идет, накрапывает. I watch them grow. They learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, вид красивый. Вообще. Вот у нас Дашенька с Егором играют на такой площадке. Сейчас, по-моему, пойдет дождь, а мы тут еще гуляем. Вот здесь такие всякие цветочки высажены. Там горы наши. Люди отдыхают так. Культурно. Культур, мультур. Вот так у нас красиво. Вот такой у нас ботанический сад в городе Алматы. Сейчас идем на озера здесь. Вот такие озера. Озерца такие небольшие. Вот такая прелесть. Люди гуляют, отдыхают, наслаждаются видами природы. А вон там еще один вход в ботанический сад. Красота! Сейчас посмотрите на это! Вот это. Да, вот, дорогие подписчики, вот и такое бывает. Попали мы под дождь! Посмотрите на меня! Я ведь промок! Промокли мы, стоим под елкой, ждем, когда приедет машина. Ставьте нам лайки. Мы герои. Вы
Вы были на канале Тика и Ика. Ставьте нам лайки и подписочка. Не подписывайтесь на наш канал. А мы сохнуть сейчас поедем, да? Ну, смотрите на это. Арбизы. Да. Море разливанное. Теперь даже вода. Мне кажется, это связано что-то с арбизами. Не говори точно.